Привет, ребятки! Сегодня хочу поиграть с интересным билдом, который будет у нас работать через броски. Для этого нам нужна... Кто? Артемида и Диметра. У Диметры мы хотим взять кристаллические броски. Ну, такие типа турельки, лазером стреляют. И Артемиду, у Артемиды мы хотим, ну, комбинируя Артемиду и Диметру, мы хотим выцепить двойной дар дуо. Вот. Для этого мы сразу возьмем Артемиду. У нее мы возьмем... И еще в идеале нам понадобится легендарный дар от Артемиды. Это как повезет. Это как повезет. Так. Если что, не особо. Смотрите, как я играю. Потому что только начал пробовать играть с джойстиком. Вот. И поэтому иду с милишным билдом. Потому что на джойстике с милишным билдом намного удобней. Так. Что возьмем? Ну, чтоб наш билд проявил себя полностью, возьмем чрезвычайные меры на 4. Времени будем брать. Что тут? Скорость. Скорость противников уберем. Ну, короче, грубо говоря, у нас только чрезвычайные меры и эта штучка. Погнали. Так, у Диметры... Нет, у Артемиды мы можем атаку взять. Но, в принципе, неплохо. Да-да. О, подарю зато ей бутылочку, а то постоянно забываю. Так. Чтобы быть уверенным, что я правильно выбираю дары, мы посмотрим. Так. Для этого не подходит ничего. А, где-то наш дар. Вот, бросок автоматически направляется к врагам. Урон от лазера плюс 10%. Смертельный удар, смертельный размах, рывок охотника, помощь врага. То есть атака, особый рывок и ульта. Но мы сейчас... я вот думаю, атака в принципе нормально. Да, я думаю, так возьмем. На джойстике так прикольно играть. Именно когда... Ну, с оружием, допустим, с кулаками. И со щитом, с милишным каким-нибудь. Одновременно нажимать рывок и удар вообще по кайфу. В идеале. Блин. Дио. У Дио прикольный дар может быть, кстати, на фонтаны. Плюс 3-4-5% за каждый фонтан к урону. Да, не договорил. В идеале нам, чтобы еще попадалось хаос... И чтобы там был дар на увеличение количества бросков. Вот. Дио, кто ты нам подгонишь? Ну вот, это все мне не интересует. Нейтральный дар возьму на хп. В принципе, неплохо. Опа, рыбка. И сюда. Вот, ну, чтобы все звезды сошлись, это... Ой, нормально, порыбачил. Это должно очень сильно повезти. Так, что нам? Кристаллики возьмем, там плюс 20 монеток еще дают. Ой. Молоток. А чё нам с молотка нужно? Я даже и не знаю. Ауч. Ой. Так, вот это неплохо. Апперкот после рывка, ну такое. Тоже, ну возьмем сосредоточенный кулак.
Посмотрим, что у нас тут на продаже. Надеемся на хаос. Я бы даже заролил разок. Но нет. А, возьмем плюс 25 хп. Неплохо. Так, погнали. Тихо-тихо. Так, а где враг? Не слышу. О, Диметра сама к нам в руки пришла, представляется. Ничего себе закомбил, ты гаденыш. Жесть. Так. Так, хорошо. Смотрим. Что нам нужно на двойной дар? Легендарный нам не очень интересен. Тут ничего особо. Так, двойной с Диметрой. Диметрочка, ты где? Диметрочка. А, вот. А, ну, кристаллический выстрел, то есть. То есть, вот это все нам не подходит, и можно ролить. Но вот это неплохо зайдет. Но нет. Вот, бросок. Отлично. Теперь, кстати, у нас есть шанс на то, что выпадет двойной дар. Со следующей Диметры или Артемиды. Ах ты гадость. Где мои хп? Так. Хаос. Отлично. Только вот хп что-то у нас нет. Подождите. Это возьмем. Надо как-то будет подхилиться, я не знаю. Это все хп растерял. По дороге. Было бы вообще классно, чтобы они и внимание отвлекали. Но и так пойдет, и так неплохо. Так, хаос здорово. А нет, стоп, подожди, какой хаос? Не, кристаллы нам не нужны. Блин, сейчас на джойстике вот путаю кнопки входа, бывает. Нажимаю рывок за место входа в какую-нибудь комнату. Так, опа. Это мы берем. Пофиг, дальность рывка вытерпим. Вот я думаю. Я думаю хп. Хотя у нас 150 уже. Все равно хп лучше. Татанатос? О. Вообще классно. Ах ты гадость, нифига себе ты задамажил. Нет, рывок. Коротенький рывок.
Отлично. 200 хп на первом этаже. Мне нравится. Так. Вот это еще плюс 20 хп. Плюс уровень на способность, на дарк и плюс хп. Вообще комбинация. Еще и, еще хп, и магазин. Пойдем в магазин. Будем надеяться на Диметру какой-нибудь. Опа. А он может броски дать, да? Вот оно. Конечно. Конечно, быстрее восстанавливать броски — это то, что мне нужно. Ауч. Ауч. Будем тебя бросками убивать. Рывки короткие. Доджить неудобно. Да-да-да, впитываю урон. Да-да-да. Да, девочки. Блин, офигеть. Что-то мне жестко прилетает. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нифига себе. Я не хочу жизнь терять. Здесь. Нет. Ой. Минус жизнь. Ну ничего страшного. Это потому что я подставлялся очень сильно. В тот момент, когда она раскидывала свои снаряды, я подумал, что буду в близком контакте их отбивать все. Не получилось. Плюс рывок короткий был. Не было еще и будет две комнаты. Так, все. Артемида у нас отработала. Берем кого? Диметру. Да. Диметрочку берем. А можно еще одну комнату с хаосом? И никак. Ладно, погнали. Опа, рыбка. Опа, денежка. Я вот не помню, с какого дара увеличивается длительность броска. Надо почитать будет. Ощущение, что когда я делаю рывок, я передвигаюсь, я двигаюсь медленнее, чем хожу, чем бегаю просто. Ауч. И так жизни нет, хватит меня душить. Опана. То, что нам нужно.
Так, здесь я беру сразу Диметру, потому что она очень опасный противник. После... Против нее лучше не воевать. Что? Подожди. Диметрочка. Мне вот это все, вот это твое, вот это не нужно. Не-не-не-не-не. Вот. Значит, нужно ролить. Ну, ты прикалываешься. Вот это можно. Вот это поле. Вот он, бонус к длительности плюс 2,8. Берем. Так как двойной, можем цепануть еще и у Диметра. Ой, Артемидра, у Артемиды. Раскидываем свои кристаллы везде. Но они пока медленно поворачиваются, поэтому урон особо и не наносят. Так, двойной. Подожди. Раз проверим. Легендарно. Лего. Сквозное ранение, болевая точка, огневая поддержка. Реролл. Ты прикалываешься. И чё мне брать? Ладно, я особо возьму. О, ещё Диметра. Ещё Артемида такая. Кому идти? Вообще, Артемида дары мне важнее, наверное. Один рерол остался. Что-то вас тут много, ребята. Вам не кажется? Вас много, а я много хп теряю. Сотню потерял? Что-то кристальчики эти не очень работают, надо разогнаться им. Так, подарить. И? Держи. Может, после этого ты мне и дуо дашь? О. 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 Вот это мне нравится. Хаоса нет. Чтоб хаоса цепануть. Ну как, есть? Где враги, я не понял. Лазерами закидываем. Вот, чисто ставим... турелечки и уворачиваемся. Нормально. Так, у нас один рерол появился, хорошо. Гермес, Диметра, левел. Гермес? Рывки может дать? Просто вот так вот открываем и смотрим, что он дает нам.
Гермес. Гермес. Так. Быстрее выпадают. Быстрее восстанавливаешь. Рывки. Золото. Уклонение особые. Атака. Ну. Скорость броска плюс 20. Ну такое. Нет, возьмем с Диметры. С 10 стаков обморожения взрыв. Я думаю, нормально. Турелечки эти очень хорошо настакивают. Где вы там терялись? Теряшки. Надо увеличить длительность, уменьшить откат. И вообще буду бегать и ставить эти турельки. Неплохо получается. Мне нравится. Так. Ну такое. Такое. Все эпическое, конечно. Ну типа... Ну, бонус к урону, когда у меня нету кристаллов, но пускай будет. И плюс меньше получать урон буду. Так, хп или магазин? Деньги есть, пошли в магазин. От Артебиды надо легендарный дар выцепить. Ну что там? Дио. Дио, Дио, Дио. Ну. Бонус к урону. Пускай будет. Бросок лучшим. Длительность. Я думаю, длительность лучше. Сейчас посмотрим, как с гидрой турелечки справятся. Здорово. Пододжить буду. Хоп-хоп. Был враг, нет врага. Мне это нравится. Чё мне с хп, я не понял. Я еще одну жизнь не готов потерять. Кто-то не обратил внимания, как у меня быстро жизнь куда-то попали. Только не лава. Слишком глупо. Харе. Нету, блядь, что за читерство? Вот это вот просто нервов не хватает. Это падла неуязвима, когда уже должна была получать урон. Еще и мэг впитала, я еще жизнь потерял. Что за приколы? Что за приколы? А? Змеюка. Еще. Я в шоке. Да, все фигня. Все фигня. Не страшно. Так. Хорошо. Диметра, Артемида готовы. Афину? Да. Почему нет? Так. Денег нет. Будем надеяться на Патрокла.
Патрокла же, да? Или потыкла, я не знаю. Опа, рыба. Рыба, хорошо. Давай. Я жду. Карп. Люблю карпа тушеного. Так. Тут я выберу, наверное, деньги, да. Где враги-то? Мне нравится. Мне нравится. Так. А что мне вообще с молоточкой интересно, если я дамажу через бросок? Ничего. Значит, к Гермесу идем. Нелюбимые мои котики. Ай-яй. Опа, опа, ручками. Все? Нормально. Так. Давай плюс два рывка. Ой, привет, пацаны. Некогда, подождите. А можно как-то еще КД больше порезать? Так. Идем. Блин, нам Артемиды нужен. К Диметре нам идти, ну, в принципе, незачем. Нам уже там ничего не интересно. На урон, да? Ну, вот Диметрочка наша. Атака, особый бросок, бросок. Наносит урон врагам вокруг тебя и накладывает. Ну, это такое. Зов. Ничего интересного. Все интересное мы уже забрали. Единственное, ну, легендарный, но... Это такое. Опа. Здорово. Ну, урона не так уж и много, я бы сказал. Ах ты, ах ты, ах ты гадость, ах ты гадость. Short one.
Не сказал бы, что имба, но прикольно. Имба настанет только тогда, когда у меня будет много бросков, и они будут быстро восстанавливаться. Или долго стоять. Вот тогда, когда на одной локации мне 10 турелек будет. Тогда и поговорим. О, рывок. Рывок хорошо. Я и ручками умею так-то, да? Кто там реарминг? Все хорошо, не кипишуй. А, дырку хаоса. Плюс броски. На 6 схваток? Не. Так, Дио, Дио, нам не нужен магазин. Магазин, дай Артемиду, пожалуйста. Артемида? Боже. Давай это. Все-таки, не, босса еще нет. Улучшить, наверное, нужно бросок. Или время, да? Плюс 1 секунда. Вообще кайф. Молот нам не нужен, деньги возьмем. Нам молоток не нужен, потому что, ну, мы особо не атакуем атакой. Мы балуемся, бегаем, кристаллики разбрасываем. Ладно, немножко атакуем. Ах ты гадость. Ну чем не прикольный билд? Так. Куда пошли? Нужно Лего Артемиду, вот прям, ай-яй-яй, с рачником. Взять еще 2 броска. Ну, сколько у вас появляться-то может? Хватит, может, нет? И все появляются и появляются. Алло, хватит. Delicious. Еще плюс секунду. Да? Так. Плюс ХП, неинтересно. И магазин. Так, значит у нас сейчас... О, Диметр. Ну, возьмем. Нет, это неинтересно. Вот это мне больше подходит. Ну и тьму возьму. Здорово, пацаны. Здорово.
Кому нужна атака? Ах, ты цепанул меня, да? Гадёныш. Чё, будешь стоять? Чилить? Ну стой. Шо, как по урону-то сэй? Пойдёт? О, блокируешь, конечно. Ай-яй-яй. Всё. Изи. От бати будем чисто выкручиваться. Так. Давайте это возьмем. Денег нет. Погнали дальше. Да, начало у меня вот такое глупое было. Две жизни просто так вот потерял. Ну, это вообще жесть. Хотя мог спокойно пройти без потери жизней. Mm-hmm. 68 было очень много. Блин, там Диметра. Мне Диметра нужна. Артемида? Ну, Артемида. Лего выцепит такая, если. Но Лего там, она не очень хороша. Она, короче, дает возможность ознобу убивать противников, когда у них остается 10% хп. Ну, прикольно, но вот это такое. Незначительный буст. Я никак за один раз никогда не проходил Стикс. Ну, минимум два. Так. Let's see. Nothing. Ну да. Грызун. Опасный гаденыш. Ой, опасно. Ай-яй-яй. Гадость, а? Погибни. Так, а зачем мы за Диметра пришли? Значит, Лего должна упасть. Или двойной. Че? Ну, подожди, а у меня-то ульты ничего нету. Хе, ну можно.
Ну, твою хп восстанавливать. Возьму, на всякий случай. Все-таки чрезвычайные меры, может, там что-то вообще жестко отхвачу. Так, хп улучшение нужно. Мне нужно улучшать. Продать что-нибудь? Так, бросок особый. Нет, нечего продавать. Все годное. За два раза быстро, да, быстро. Броску урона подбавить. Да, да. Так. Диметра, у меня еще даже рерол один есть. Я тебя прошу. Ну все же есть, ну все же есть. Правильно? Есть же. Ага, есть. А нету ни хрена. Да. Вот теперь есть. Там Диметра же нету, да? Блин, а было бы так прикольно. Можно пройтись еще. Ради покупки в этом, в колодце, дополнительного броска. Ну, думаю, не стоит. Тупанул немножко. У меня не было дара, с помощью которого я бы получил легендарный дар Артемиды. Но ничего страшного. И так вроде неплохо дамажит. Да-да-да, давай. Давай начнем. Давай начнем. Ой, а где ты? Невидимка. Ой. Бои. Кто-то отхватывает, да? Мне же не кажется. Опять читеришь? Бессмертный тут дамажишь. Подкруточка, короче. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Замучаем тебя турельками. Да, давай заканчивать. Да, это только начало, как бы заканчивать нечего. Behold.
Ау. А, ты попадаешь в меня? А, ты опять попадаешь в меня? Подамажил немножко ручками. Помогу своим турелькам. Так, траханчик. Ай-яй-яй. Как тебе не стыдно так дамажить? Нет. Цербер, за что? Я ж тебе с рук кормил, а ты меня дамажишь. Давайте, троллики, дамажьте пока его. Я к вам, братьев, сейчас подкину. Ауч. Затыкали. Вторая стадия закончена. Теперь третья. Еще вызов. Эх ты! И не попутав ничего. Эй, Мэг. Ну можно один раз откиснуть уже. Дадим батьке фору. Небольшую. Гаденыш, да, копьем как киданул? Фиг задоджишь такую атаку. С темноты, блин. Прикольный изи билд вообще, но. И самое что интересно, это еще не топовая его комплектация. Не топовая. Да. Можно взять себе бросков, Каиду прийти, у тебя 5 откатывающихся бросков будет. И ты тупо заспамишь всю локацию этими кристаллами, и они просто его разорвут. Клочки просто. Вот. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Удачки и пока.